Подготовка к паводковому периоду в Ставропольском крае идет полным ходом. Совсем скоро в реках и озерах региона из-за таяния ледников в горах снова повысится уровень воды. Поэтому Минприроды края уже сейчас ведет ежедневный мониторинг на основных реках и водохранилищах. Особенно тщательно они следят за ситуацией вблизи населенных пунктов, которые подвержены подтоплению. У нас наиболее, скажем так, подвержены подтоплению 16 районов края, куда попадают 809 зон подтопления. Порядка более 15,5 тысяч домовладений и 52,3 тысяч жителей нашего края. Поэтому все эти локальные места нам известны. Значит, они расположены в бассейнах основных водных артерий, так Кума, Кубань, Подкумок и Ергарлык. Согласно рассчитанному до 2025 года плану по комплексу противопаводковых мероприятий, основные работы должны пройти на устаревших объектах. Например, в этом году планируется капитальный ремонт сразу нескольких гидросооружений. Вся работа будет проведена в рамках краевой программы развития водохозяйственного комплекса. В текущем году запланирована реализация 22 мероприятий на общую сумму 191 миллион рублей, в том числе средства краевого бюджета, это порядка 23,5 миллионов рублей и 168 миллионов средств федерального бюджета. В рамках этих 22 мероприятий планируется капитально отремонтировать порядка 9 бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории Александровского, Благодарнинского, Буденновского, Грачевского, Шпаковского муниципальных округов. Также будет заметно расширена сеть региональных гидрологических постов. В этом году к 4 имеющимся добавится еще 6 штук. С их помощью в режиме реального времени можно будет мониторить ситуацию на водных объектах. Никита Лукьянченко, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.